одна труба, это же корова с ногтем держащей, и роботовой Алия, хозяйка титанового штафа. Тинкеры. Сейчас они выйдут в манеж. Здесь у нас тоже в этой группе 4 лошади. И я сразу прошу показать двухлетнюю мышастую кобылу Лайнхардаси, или по-домашнему просто мышка. Мышка юная, но уже очень крупная кобыла. Данси – редкая порода пепельно-мышастой масти с крепостью Кобиана, является первым представителем такой масти среди тинкеров России. Ее родословный экстерьер движений, конечно же, замечательный темперамент не могут не удивлять. Эта кобыла – настоящий самородок. Рождена в успешном хозяйстве Лайнхардстад в Великобритании. Хозяйство занимается разведением традиционных тинкеров от некоторых старейших и лучших традиционных романских линий. В настоящее время она проходит начальный тренинг молодой лошади и в будущем станет маткой хозяйства Титаниум Штарпа. Спасибо. А далее кобыла, которая знакома многим нашим зрителям. Ворона первая кобыла Элуна. Кобыла наивысшего качества, рождена в 2012 году в Великобритании. Кобыла зарегистрирована в Голландской ассоциации тинкеров, входит в племенной состав хозяйства Титаниум Штурфа, имеет очень много титулов, является неоднократной участницей и призеркой многочисленных международных выставок, чемпионка выставки «Кони Богатырский» 2018. И, по-моему, звезда интернета – кобыла Элуна. Спасибо. Хард-рок, аллилуйя, или просто харди. Настоящий любимец публики. Жеребец обладает изумительным характером, феноменальными движениями, густыми щетками и очень оригинальной буланой мастью. Он зарегистрирован сразу в двух ассоциациях, европейской и английской. Хард-рок «Аллилуйя» предлагается для случаев в России, возможно, также с кружкой на сведение с замороженным семенем и живая случка. Сейчас он является призером соревнований по бренд-спорту с турбином и великолепным жрецом-производителем. Спасибо. И еще один жребец – сам Данцер по домашнему сами. Лицензированный жеребец Херменс Санданцев, роскошный, харизматичный, невероятно красивый столовый жеребец. Очень титулованный жеребец, также рожден в Великобритании. Он является очевидным выбором для владельцев кобылы. Обладатель двух золотых звезд и золотого паспорта породной ассоциации. Он также предлагается на случку. Случка возможна для кобыл ирландский бог, так и для кобыл других пород. Возможно также искусственное семенение и живая случка. Итак, спасибо. Спасибо, Алине. Мы сегодня увидим еще всех людей. Шоу.